На глянцевых страницах приключения необычного героя Цезаря Великолепного. Рисованного персонажа придумала и воплотила в жизнь тольяттинка Алена Спиридонова. Рассказывает, комиксами увлекалась с детства, потом решила создать собственную историю с национальным окрасом. Теперь с гордостью презентует первый изданный комикс. Несмотря на экзотическое имя главного героя, действие происходит в имперской России, вымышленном государстве. Это история чисто русская. Мне хотелось бы продвигать в своем комиксе чисто русскую культуру. Несмотря на то, что я использую английский стиль, стимпанк, он зародился в Англии, вот, но я хотела бы применить его на России, чтобы посмотреть, как это вообще возможно совместить несовместимые, вот, и продвигать как бы российскую культуру, российских героев, российские истории. В последние годы поклонников комиксов становится все больше, причем не только читателей занимательной литературы, но и авторов. Последние объединились в сообщество «Мастерская авторских рисованных историй», сокращенно «МАРИ». Проект поддержала Самарская областная юношеская библиотека. Здесь на полках можно найти и «Цезаря», и другие комиксы. Всегда приятно, когда в Самаре появляются новые таланты, которые всерьез занимаются этим видом искусства. И хотелось бы, чтобы все больше людей узнавало о самарских комиксистах. Алена Спиридонова уже работает над продолжением увлекательной истории парня с необычным именем. Автор обещает, что фантастический мир комикса будет наполнен мистическими приключениями, опасными поворотами и интригующей развязкой. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.